головные боли. У вас когда-нибудь были травмы головы? Можно сказать и так. Что сделать, чтобы мне полегчало? От этого нет лекарства. У вас есть кто-нибудь? Кажется, я просила тебя не приходить. Я лишь хотел вас увидеть. Это твой дедушка. Мама сказала, что ты сидел в тюрьме. За что? За то, что не отступил. Ты убил его! Он не мертв. Он просто глуп. Вот и он. Для тебя есть работа. Вскоре ожидаем кое-какую поставку. Доставь, когда придет время. Я хочу знать, что за этим кроется. Не советую. Такую работу надо просто делать, не вникая в суть. Прошу вас, пустите меня к себе! Пустите, пустите! Можем поговорить. Я совершал в своей жизни такие вещи, о которых даже не могу рассказать. Не будь как я. Ты все еще совершаешь их? Я за тебя немного переживал. Если ты не можешь изменить мир, то измени свое отношение к нему. Я не знаю, почему я здесь, но позволь помочь тебе. Ты услышишь обо мне скверные вещи. Ты спятил. Может, мне просто уйти? Прошу, нет! Ты ждешь от меня, когда я совершу что-то хорошее. Совершая что-то плохое. Профессионал.